Шановні друзі, благодарю за приглашение на конференцию. Да, я представляю бурятскую нацию, являюсь одним из руководителей национального движения и уже 8 лет живу в эмиграции. Наше национальное движение имеет историю, столетнюю историю, даже больше, наверное, уже. Оно было воссоздано еще в начале нулевых, не без помощи украинских друзей. Так уж получилось в нашей истории. И с началом широкомасштабной войны, на самом деле, наше национальное движение практически было одной из самых первых, кто сделал официальное заявление о поддержке Украины. Так что мы всегда были на стороне Украины с самого начала. Вот. А мое выступление, скорее, наверное, является продолжением выступления моего украинского коллеги, потому что еще до широкомасштабного вторжения в бурятском национальном движении шла широкая дискуссия, какой метод обретения независимости мы должны применять, то есть опираться на постсоветскую систему, либо использовать деколониальный метод международный, как говорится, международного права. И ситуация такая в том, что оба метода подходят, мы можем их комбинировать, поскольку, я расскажу, можно так сказать, что народы Российской Федерации юридически находятся в ситуации правовой неопределенности. И эта правовая неопределенность началась не только с началом войны, и когда по сути, в России сейчас нету легитимной власти, да, и все люди там в правовой неопределенности. Ситуация еще с самого начала создания Российской Федерации. История такая, то, что, допустим, мы, Бурятское национальное движение, считаем, что не было подписания федеративного договора правомочного со стороны Бурятии. Поскольку Бурятия в ходе парада суверенитета в 90-м году провозгласила свой государственный суверенитет. И стала Республикой Бурятии и провозгласился Бурятской Советской Социалистической Республикой. То есть отказался от статуса автономной в составе РСФСР, а вышла на статус Советской Социалистической Республики. И это решение было утверждено уже в Верховном Совете РСФСР. То есть мы на этот момент уже являлись Советской Социалистической Республикой и ждали в той ситуации подписания нового федеративного договора с Советским Союзом, союзного договора. Но в тот момент мы знаем всю эту историю с распадом СССР и так далее. Да? И в 92-м году, когда было подписание федеративного договора, Республика Бурятия, Верховный Совет Республики Бурятия, он отказался подписывать, он отказал в полномочиях на подписание федеративного договора председателю Верховного Совета Республики и председателю Совета Министров. И эти люди, Потапов и Саганов, они поехали по личной инициативе. То есть у них не было полномочий подписывать. Их подпись на этой бумаге, она ничтожна. То есть мы ее не признаем национальным движением. То есть люди, которые поехали без полномочий, они поехали как частные лица. То есть их подпись там, да, она не представляет Республику Бурятию. И получается, с нашей точки зрения, мы все еще Бурятская Советская Социалистическая Республика, так скажем, образно, да, в кавычках. И, следовательно, в отношении нас еще действует 72-я или 71-я статья Конституции СССР, когда мы можем воспользоваться правом на личный выход. Но это была такая дискуссия. Понятно, что многое поменялось с того момента, особенно с началом широкомасштабной войны, с изменениями Конституции Российской Федерации, когда в 2020 году Путин переделал Конституцию и принял 67-ю, 68-ю статьи, где единственным государствообразующим народом в России объявляются русские. То есть все остальные народы, которые якобы, хотя мы и не признаем эту подпись, да, вроде бы подписывали какой-то договор, в котором еще и нету процесса сецессии. То есть мы не можем такой договор изначально так-то, он с ошибками. Получается, что все народы, были низведены до статуса колонизированных, то есть неравноправных. То есть это уже в свою очередь выводит нас на деколониальную площадку.
И еще один подарок со стороны российских властей. Буквально в прошлом году, 19 октября, Путин подписал закон о денонсации конвенции о защите прав коренных малочисленных народов. То есть мы полностью выходим в статус, когда мы можем полностью требовать выполнения декларации о предоставлении суверенитета и государственности колонизированным народам. Вот это точка зрения нашего национального движения, и она примерно такая же в отношении всех национальных движений, национальных республик в составе, ну, как бы, кто сейчас находится на той территории, которую мы по привычке еще называем Российской Федерацией. Вот такая вот ситуация у нас. Да, дуже дякую, пане Доржа.